Nada, todo bien y me trataron muy bien. Нет, съемки были очень, так сказать, Pero lo de mi hermano otra vez. позитивные, но одна из самых приятных моментов в этих съемках была работа с братом. Con mi hermano fue lo más bonito el tener las secuencias con él y saber que tengo material con él para siempre, ¿no? Это самое было, например, неожиданное и такое приятное возможность работы с ним, что у нас есть вот эти вот кадры, которые как бы останутся у нас навсегда. А это было впервые работа с Es la primera vez que has trabajado con Sí, tu hermano. la primera vez, Y братьев они сыграли, соответственно, И интерпретаste a dos hermanos. Claro, Это sí, было, конечно, очень Era difícil para mí porque yo no empatizaba con él. Это было немного сложно, потому что я как бы не испытывал к нему эмпатию. Yo lo quiero mucho a él, pero el personaje no sabe tratarlo, no sabe comunicarse con su hermano. Потому что я-то его очень люблю, а персонаж, он как раз не умеет общаться со своим братом. Мне было сложно изобразить как раз холодность по отношению к кому-то, кого я очень сильно люблю. Era como una relación contraria То completamente a la que tenemos nosotros абсолютно dos. Противоположная ситуация, чем та, которая у нас в жизни. Мы очень как раз общаемся хорошо. Ну, как я понимаю,